Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины. И я решила на своем канале завести новую рубрику, которая будет посвящена истории и историям Аргентины, мифам и легендам. Ну и поскольку Аргентина – это прежде всего страна танго, то для первого своего видео я и выбрала эту тему. Поговорим об одной из самых известных личностей в мире танго – о Карлос Гарделе. Но будем мы с ним говорить на достаточно пикантные темы. Поэтому оставайтесь со мной до конца, чтобы узнать все тайны креольского дрозда. Начну я свой рассказ с того, что изначально танго – это был только танец, который исполнялся только специальными оркестрами. Но именно Карлос Гардель сделал революцию в этом музыкальном мире, в мире танго, когда в 1917 году он впервые спел танго. И с тех пор танго стало не только танцем, но и песней. И сразу же после этого, исполнив песню «Моя грустная ночь», он проснулся знаменитым сначала на всю Аргентину, а потом и на весь мир. Эта песня стала настоящим хитом 1917 года. В один момент танго приобрело своего героя, и этого героя звали Карлос Гардель. За всю свою достаточно короткую, но очень продуктивную творческую жизнь, именно как исполнителя танго, эта карьера продолжалась с 1917 по 1935 год, он записал более 1500 дисков, он написал более 800 песен, которые же сам и исполнял, снялся в 11 фильмах. И его танго «Пуруна Кабеса», по-моему, на сегодняшний день является одним из самых главных символов в мире танго. Оно исполнялось в очень многих фильмах, и самый известный – это «Запах женщины», где Аль Пачино танцевал танго, и Арнольд Шварценеггер «Правдивая ночь». Кстати, чье исполнение танго под эту песню вам понравилось больше? Аль Пачино или Шварценеггера? Пишите его там вот в комментариях. Ну, а теперь давайте поговорим о Карлосе Гарделе не как о певце, а как личности, которая была настолько загадочной, что до сих пор толком никто не знает, когда он родился. Да, бывает и так. Есть две версии. Одна версия – это то, что он родился во Франции, в городе Тулуза, в 1890 году. А вторая версия гласит о том, что он родился в 1887 году в Уругвае, в городке, сейчас я зачитаю, то не могу его запомнить, в городе Такуарембо. Почему же так случилось? Почему никто не знает, где родился главный символ танго? Ой, это настолько запутанная история, давайте в этом будем шаг за шаг разбираться. Его история жизни была настолько запутанной, что в начале 21 века два аргентинских криминалиста занялись распутыванием этой истории и решили узнать, где же на самом деле родился Карлос Гардель и почему в документах фигурируют две даты его рождения. Ну, в разных документах, да, есть две разных даты рождения. Так вот, два криминалиста, сейчас скажу, как их звали, два аргентинца, Рауль Торре и Хуан Хосе Фенолья, провели свое расследование в 2012 году. Они использовали всю современную технологию, они подняли кучу документов, они проводили различные исследования, в том числе и многочисленных отпечатков пальцев, которых полиции Аргентины было предостаточно. А какой они версии пришли, вы узнаете в конце этого видео. Итак, в чем же секрет Карлоса Гарделя и что скрывается за этой маской знаменитого певца танго? Смотрите это видео до конца. Точно известно, что в 1890, в
1942 году его мать переехала в Буэнос-Айрес, где и поселилась со своим сыном в районе Меркадо-Абасто, где, в принципе, до сих пор можно посетить дом, где проживал Карлос Гардель со своей матерью. И у меня в это видео будут вставлены видео, которые я специально сделала для вас из этого дома, в котором сегодня расположен музей Карлоса Гарделя. С самого детства мальчик обладал очень красивым голосом, ему так нравилось петь, что он пел с утра до ночи. Да, тогда это было не танго, тогда это был просто аргентинский фольклор, но он пел для друзей, он пел для своих одноклассников в школе, он пел для грузчиков с рынка, который находился непосредственно перед его домом. Когда Карлос Гардель стал юношей, его начали приглашать в различные ночные клубы, в бордели. Он приглянулся политикам, поэтому также исполнял свои песни и для аргентинской консервативной партии. И это ему очень помогло в дальнейшем. Все знакомые называли Карлоса Гарделя брюнетом из Абасто. Так вот этим именем он стал известен для местной публики. А вот для полиции он вошел в историю совершенно под другим именем. Причем тут полиция? Дело в том, что даже когда уже у Карлоса Гарделя достаточно удачно складывалась его певческая карьера, он не брезговал зарабатывать деньги и другим способом. В полиции известно, что когда ему было 14 лет, он сбежал из дома, но вскоре был пойман, когда впервые на него было заведено первое дело в полиции, где были сняты отпечатки его пальцев и где он уже был зарегистрирован как сын Берты Гардель и как мальчик, который родился в Тулузе в 1890 году. Поэтому все-таки официальной версией считается дата его рождения на сегодняшний день – 1890 год. Почему есть другая дата? Слушайте мое видео дальше. Дело в том, что любой гений – он гений во всем. И таким был и Карлос Гардель. Этот шкодный мальчишка устраивал разводы богатых крестьян, которые приезжали в Буэнос-Айрес отдохнуть или на какую-то ярмарку. Что он делал? Он заходил в какой-либо бар, где он сидел с таким печальным личиком, ронял слезу, высматривал какого-нибудь доверчивого крестьянина, которому, конечно же, хотелось утешить такого красавчика, каким был Гардель и в юности, и всю его оставшуюся жизнь. И крестьянин спрашивал: «Мальчик, почему ты такой грустный? Что у тебя случилось?» И тут Гардель рассказывал свою заготовку. «Мне так грустно, мне так грустно. А в провинции за 1000 километров умер мой дядюшка. Он был таким богатым». И начинал при этом перечислять необычайное количество домов и земель, которые якобы принадлежали его дяде. «Мальчик, и почему ты до сих пор здесь? Почему ты не отправился в эту деревню, чтобы проводить в последний путь своего дяди?» «Ой, вы знаете, я такой бедный, что у меня нет даже денег на билет. Но если милостивый сударь так жалится надо мной и поможет мне купить билет до этой деревни, я вам возмещу в 5-кратном, я вам отдам в 10-кратном размере всю ту сумму, которой вы мне поможете, чтобы я купил билет». «Но, мальчик, это не маленькие деньги. Нужно составить договор». Конечно же, Карлос Гардель на это соглашался, брал деньги у доверчивого крестьянина и исчезал. Но поскольку договоры он все-таки составлял, это его
и сгубила, поскольку некоторые крестьяне, кому-то было стыдно, а некоторые все-таки обращались в полицию, и на Горделя было заведено несколько уголовных дел, в которых он фигурировал как мальчонка Карлитос, который выманивал деньги у доверчивых крестьян с помощью дядюшкиного рассказа. К 1920 году Карлос Гордель становится знаменитым на всю Северную и Южную Америку, ну, другими словами, на все западное полушарие. Он колесит со своими концертами даже по Европе, исполняет песни, пишет песни, он снимается в фильмах. Но вот этот факт, что в очень многих полицейских участках хранятся на него заведенные уголовные дела, не давали ему покоя. Что же делать в этой ситуации? Помните, я в начале видео говорила, что он пользовался популярностью, в том числе и у политиков, для которых исполнял песни. Решить эту проблему с уничтожением уголовных дел на очень опасного афериста мальчонку Карлитос ему помог очень влиятельный политик Альфредо Барселло, который был огромнейшим поклонником креольского дрозда. И вот именно он обратился к аргентинскому президенту Альвеара с просьбой уничтожить в архивах все уголовные дела, которые были заведены на Карлоса Горделя, что, в принципе, и было сделано. Но на этом Карлос Гордель не успокоился. Ему так нравилось запутывать следы, что он даже несколько раз в год отмечал свое день рождения, чтобы никто не знал дату его рождения. Он называл разные даты, которые ему исполнялись, чтобы никто не знал точно, какой у него возраст. Ну, а перед большим международным турне, который стоял с 1923 году, он сделал следующий трюк. Он в Буэнос-Айресе обратился в консульство Уругвая, где и запросил загранпаспорт. Пришел он в это консульство не один, он взял двух своих дружбанов, которые были гражданами Уругвая, и принес присягу о том, что он родился в Уругвае в 1897 году. И на основании заявления, на тот момент ведь он уже был достаточно известной личностью, и вот на основании его заявления, плюс с ним было два свидетеля, гражданина Уругвая, он и получает новые документы как гражданин Уругвая и уроженец Уругвая. Вот отсюда и пошла путаница, когда же на самом деле родился креольский дрозд Карлос Гордель, в 1890 году или в 1887 году. В этих же документах он и указал своих родителей, а матери он записал Берту Гордель, которая являлась его матерью, и отцом записал Карлоса Горделя, которого, в принципе, он никогда в жизни не видел, и никто не знал о том, существует ли он на самом деле. Аргентина, на то она и Аргентина, что не все всегда делается так, как надо. И вот когда в 2012 году аргентинские криминалисты начали расследование, кто же был на самом деле Карлос Гордель, где он родился и что, какие еще секреты прячутся за этим именем, в архивах было найдено два дела. Первое дело – это то самое, когда в 1904 году Карлос бежал из дома, и на него было заведено дело, в котором указывалось, что он сын Берты Гордель, которая родила его во Франции, в Тулузе, в 1890 году. И сохранилось еще в архивах одно дело, которое датировалось 1915 годом, да, совсем-совсем незадолго до того, как он приобрел всемирную славу именно уже певца танго. Это было одно из его любимых дел, связанное с рассказами о
скончавшемся дядюшке где-то в провинции. И там тоже в этих архивах, вот в сохраненном деле, значилась его дата рождения 1890 год, место рождения город Тулуза во Франции. В те времена, да, на всех документах оставляли отпечатки пальцев, да, не столько была подпись важна, сколько отпечатки пальцев. И вот при помощи современнейшей техники было установлено, что отпечатки пальцев на этих вот уголовных делах, которые оставлял Карлос Гартель, они полностью соответствуют отпечаткам пальцев, которые он оставил при получении своего уругвайского паспорта и которые он в дальнейшем оставлял в тех или иных местах, что и позволило криминалистам сделать вывод, что как бы креольский дрозд не путал свои следы, истина все-таки гласит о том, что он был тем самым мальчонкой Карлитос, который любил обманывать деревенских мужиков, и что он родился в 1890 году в городе Тулуза. И паспорт гражданина Уругвая у него был недействительным. То есть, правильно сказать, он был фальшивым. Сколько же всего было заведено уголовных дел против Карлоса Гарделя, сколько раз и поскольку он отбывал сроки в местах не столь отдаленных, очень трудно сказать, потому что, как я уже сказала, часть уголовных дел была уничтожена. Ну, а что же его поклонники? Что же аргентинцы? Как они отреагировали на то, когда все эти расследования были опубликованы? Да пофиг, они же аргентинцы, и он их национальный герой. Они его как любили, так и продолжают любить. И так он по сегодняшний день остается национальной гордостью Аргентины. И вот после того, как в 1917 году Гардель исполнил танго как песню, его карьера просто пошла на взлет с космической скоростью. Одни гастроли сменялись другими, но это продолжалось недолго. В апреле 1935 года Гардель отправился в большое турне по Латинской Америке. Пуэрто-Рико, Колумбия, Панама, Венесуэла, Мексика, Куба. Везде его ждали его поклонники, ну и, конечно же, в первую очередь поклонницы. Гардель мечтал создать независимое аргентинское кино и активно искал меценатов для отечественной киноиндустрии. Он много ездил по миру. В апреле певец планировал большие гастроли в Пуэрто-Рико, Венесуэлу, Кюрасао, Арубу, Колумбию, Кубу, Панаму, Мексику. Но тут вмешался жестокий рок. Кумир миллионов был полон энергии и созидательных планов, но трагическая нелепость прервала его жизнь на пике творческих сил и славы. 24 июня 1935 года в колумбийском аэропорту Медельин при взлете самолет, в котором летела группа музыкантов, разбился, столкнувшись с другим самолетом. Тело короля танго совершило свой последний прощальный тур Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, где тысячи скорбящих поклонников отдали ему дань любви и уважения. Тело Гарделя похоронили на Ла Чакарита, национальном кладбище в Буэнос-Айресе. Посмотрите, вот специально для вас сходила на кладбище. Наиприятнейшая была прогулка, чтобы отснять мавзолей, который посвящен Карлосу Гарделю. Вот эти вот десятки и десятки табличек, которые мы видим на его памятнике, это таблички от благодарных его поклонников и поклонниц со словами признания, со словами благодарности о том, что он был, о том, что и потому, что он изменил историю танго, национального символа Аргентины. А в руках памятника Гарделя практически всегда горит зажженная сигарета. Поклонники, которые приходят на его могилу, ее зажигают, чтобы загадать желание. В последний путь любимца Карлита провожала вся Аргентина.
над воспетой певцом улицей Корриентес, главной артистической улицей Буэнос-Айреса, запруженной сотнями тысяч безутешных поклонников, звучали мелодии его самых знаменитых танго. А, к сожалению, из-за правил Ютуба я не могу вставлять свои видео произведения Карлоса Гарделя, иначе получу по башке от Ютуба, но я думаю, что вы обязательно заинтересуетесь этой темой и найдете самые известные его песни и погрузитесь в этот мир танго. Далее я хотела бы еще немножко поговорить о личной жизни Карлоса Гарделя, потому что это тоже та тема, которая всегда была за 10 печатями. Он никогда не говорил на эти темы. И вполне возможно, что вот эта вот детская травма, что он не знал своего отца, да, он никогда о нем не рассказывал, это была огромнейшая боль. Исследователи его жизни считают, что это и послужило тем, почему Карлос Гардель никогда не женился. Но будучи красавцем от Бога, имея огромнейшую харизму, будучи столь популярным у женщин, естественно, что постоянно он крутил интрижки. Но это в основном были короткие интрижки, потому что он говорил, что женат он на музыке, что женат он на танго. И другой огромной любви в его жизни быть просто не может. Аргентинский журналист Сесар Тьемпо так писал о личной жизни Карлоса Гарделя. Сейчас я вам зачитаю. Ни одно из отношений музыканта не управлялось страстью. Причиной этого не была ни его ненависть к женскому полу, ни презрение. Он просто не желал никого впускать в свою жизнь и в свое сердце, опасаясь оказаться обманутым и используемым в своих целях. Но все-таки у него была в жизни огромнейшая привязанность. Это была, можно так назвать, такая история Лолиты. Молодая девушка Изабель дель Вальзе, которой на момент знакомства с Карлосом Гарделем было всего 14 лет. Эти отношения старательно скрывались, и понятно почему, да, роман взрослого мужчины с 14-летней девочкой-подростком даже в те времена не мог быть одобрен светским обществом. Родители Изабель, пользуясь этим, решили по полной использовать эти отношения, постоянно требуя от Гарделя денег на обеспечение безбедной жизни и себе, и дочери. И вот эту версию отчасти подтверждает переписка певца. Давайте я вам зачитаю. В которой он пишет о том, что не собирается кормить все семейство Изабель до конца жизни и считает, что уже сделал для них очень многое. Но, несмотря на это, он все-таки был кавалером. И до конца своей жизни продолжал помогать и Изабель, и ее семье. Но Изабель сразу же после смерти Карлоса Гарделя нашла себе другую жертву. Ладно, скажем так, нашла свою самую большую любовь жизни и в скорости вышла замуж. Прожила Изабель дель Валье до 1990 года и умерла в возрасте 83 лет. В 1913 году у Гарделя закрутился еще один интересный роман, который чуть не свел его в могилу. Он познакомился с владелицей одного очень элитного борделя. Мадам Ларитана очень быстренько прибрала к рукам молодого красавчика Карлоса Гарделя, когда он заглянул в ее бордель после одного из своих концертов. Она была очень цинична, чтобы влюбиться в него, но использовала его по полной программе. Кстати, она была замужем, и вот это и сыграло роковую роль в жизни Карлоса Гарделя, потому что ревнивый муж однажды его выследил, чтобы убить, но, к счастью, пуля попала не в голову, как он метился, а в легкие. Карлос Гардель не решился на операцию, чтобы ему удалили эту пулю, и с вот таким вот
кусочком свинца в легких, он проходил всю свою оставшуюся жизнь как напоминание об его любовных приключениях. Поклонницы не давали прохода Карлосу Гарделю, но он был стойким парнем. Он никому не спешил отдавать свое сердце. Он был очень избирательным в этой теме. Одной из самых богатых покровительниц его стала баронесса Салли Уэкфилд, достаточно молодая дама с необъятными формами, ну и самое главное, с необъятной толщиной кошельком, которая и потакала всем прихотям молодого певца. Как рыбак рыбака видит издалека, так и Карлос Гардель увидел свою потенциальную жертву, так же, как и она его, и каждый из этого романа выносил то, в чем конкретно он нуждался. И здесь уже преградой не были ни возраст, ни социальные положения. Каждый использовал этот роман по-своему. Ну и еще несколько интересных фактов о жизни Карлоса Гарделя. Известен такой случай, когда один из его друзей попросил спеть Карлоса серенаду для своей возлюбленной девушки. Карлос со своими музыкантами так старался весь вечер, так красиво пел, что девушка не выдержала, открыла окно и поблагодарила его. Но на этом не закончилось, потому что отворились двери в дом, который открыл отец девушки и пригласил всю компанию музыкантов на очень сытный и вкусный ужин. А в конце этого ужина подавали такой восхитительный торт, что Карлос Гардель объелся до такой степени, что практически не мог дышать. Несмотря на то, что Карлос Гардель всю свою жизнь зарабатывал достаточно большие гонорары, после его смерти практически не осталось от него никакого наследства, потому что все, что он зарабатывал, он полностью тратил. Карлос жил на полную катушку. Самой большой страстью Карлоса Гарделя были конные скачки. И, в принципе, вот эта самая его знаменитая песня «Руна Кабеса», она и написана об игроке на скачках. А также поговаривает о том, что организм Карлоса был очень устойчив к алкоголю. И он мог пить каждый раз столько, как будто его первый раз допустили к алкоголю, и он не знает о том, какие могут быть последствия на следующий день. Но последствий никаких у Карлоса не было. Еще один интересный факт. Как-то журналисты у Карлоса Гарделя спросили, как он относится к своему творчеству, к своей работе, на что он ответил. Мне часто говорят, что у меня адский труд, но на самом деле, черт возьми, я зарабатываю деньги, почти ничего не делая. Ведь танго – это моя жизнь, мое дыхание, пища, и это моя душа. Вот так ярко и прожил свою достаточно короткую, но невероятно яркую жизнь Карлос Гардель, как его называли, креольский дрозд. И как о нем говорили при жизни, креольский дрозд с каждым днем поет все лучше. Если вам понравилось это видео, даже если не понравилось, не забудьте вон там вот внизу оставить свои комментарии, поставить лайк или дизлайк, то, что вам ближе. И напишите в комментариях, какие еще истории из истории Аргентины или, возможно, из других стран Южной Америки вам интересно было бы увидеть на моем канале. На этом я с вами прощаюсь и до новых встреч. Всем пока-пока!